Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер раскритиковал сервис и цены МАУ. Дипломат посещал Украину в рамках участия в конференции «Ялтинская европейская стратегия» и воспользовался услугами авиакомпании. Очевидно, в последний раз. Нет места для ног. Бешеные цены на зарегистрированный багаж дают только воду, отметил Пайфер в своем твиттере. И сообщил, в следующий раз воспользуется услугами другой авиакомпании, даже если этот рейс будет с пересадками. Кроме того, дипломат пожаловался на электронный сервис МАУ. Когда он пытался оставить комментарии о своих злоключениях на сайте компании, система отказала.